Ребята, всем привет! Вы снова на канале Роман Гоу. И этот видеоролик начинается с приятных моментов. Вот с двух этих красавчиков. Это автомобили в продаже, в наличии. Они завезены, растаможены на юрлицо. Уплата коммерческого утильсбора произведена, 207К нашему государству. Вот. И их можно сейчас, так сказать, как инвестиционные проекты использовать. Вот это, в частности, у нас Toyota Tank с полным приводом, между прочим, с желтым бриллиантом на месте, с парктрониками на заднем бампере, с резиной Bridgestone какого года? 21 года. Такой вот танчик, бесключевой доступ на месте. Значит, здесь у нас что? Наклейки об обслуживании. 56400 написано, это масло, значит, в моторе, а в коробке вот на 50200. Запуск с кнопки, две электродвери, в общем, все, что приветствуется в наших кругах, значит, контроль сближения, также курсовая устойчивость, АСТО подключается, круиз-контроль, руль весь в кнопках. Здесь у нас, значит, магнитола стандартная тойотовская, климат-контроль. Благородное дерево, пластик, даже не под дерево, просто под цвет дерева. Вот такая вот приборная панель. Видите, пробег 54800 на данный момент времени. Ищем, что-то ищет сразу автомобиль. Ну, имеется такая вот камера заднего вида с направлением движения по полосам. Дальше смотрим, значит. Ну, самый практичный серебристый цвет. Опять же, здесь диодные туманочки плюс обычные туманки. Свет головной, светодиодный. Сейчас посмотрим, как туманки светят. Вот таким образом все это выглядит. То есть диодные полоски, они с ближним светом включаются. Это диодные габариты, ну и ближний свет диодный. Вы уже видели. Значит, по скобочкам, под систему К0М0 автомобиль у нас подходит. Вот обзор подкапотного пространства. Розовый аккумулятор гламурный. Вот она, скобочка. Ну, ВДОвая машина. ВДОвые машины используются в регионах с реагентами. Вот, и поэтому вот такие вот моменты на хомутиках иногда встречаются. Между прочим, в моем телеграм-канале этот автомобиль уже есть. То есть подписывайтесь на тележку, если хотите, так сказать, информацию быстрее всего получать. Также экспресс-обзор Toyota Vitz в сером благородном цвете. Такой вот мышонок. Значит, с одним дворником мышонок. Естественно, знак качества у нас на месте. Желтый бриллиант. Такой вот серый цвет. Автомобиль также растаможен на юрлицо. Подлежит перепродаже. Автомобиль, значит, были тут кое-какие недоразумения по кузову. Значит, у лучших мастеров из Азии все это устранили. И, так сказать, можно ехать уже хлебушек на масло намазывать. Посмотрим, что тут по салону. По салону здесь вот такая ситуация, запуск с ключа, руль с лакированными вставочками. Естественно, коробка вариаторная,
магнитофон у нас с флешкой, помните, филдер у меня был, серебряная пуля, там такой же был магнитофон, с флешкой, с ауксом магнитофон. Про вид уже тоже многое было сказано. Вот смотрите, состояние руля, состояние салона. Подкапотное пространство, опять же, можно посмотреть. Этот Vitz у нас с передним приводом. Такой же мотор здесь 1 литр стоит, как и на Toyota танке, на вон том. Вот, но здесь передний привод. И сразу, видите, открываем. И тут хомутиков у нас с налетом нету. Все беленькое, все чистенькое. Эта машина также в телеге у меня уже есть, а также некоторые другие машины в наличии во Владивостоке, в наличии в Японии, на стоянке в Японии. Вот. По ценам, как обычно, по низу рынка, либо ниже рынка. Все как мы любим, ребят. Ребята, вот смотрите, Honda Freed — это бестселлер. Да, синий странник. Да, странник. Вот Валерий приехал с Волгограда. Значит, большое путешествие грядет. К Мамаеву кургану, так сказать. Да, фото с Мамаей будут. Да, да, обязательно пришлите. А то вот с Донецка человек тоже приезжал за Фридом. Вот потом на стеле сфотался, прям вообще, ну, офигенно, конечно. На стеле где, Владивосток? Донецк. А, Донецк? У Донецка, да, город-герой Донецк. И желтый бриллиант на Донецке, как бы, ну, это тоже не каждый день такое увидишь. А что, Фридик у нас получается 12-го года с круизом. С двумя электродверями, веселенький цвет. Были нюансы небольшие, вот, по кузову. Лучшие мастера из Азии, так сказать, уладили за небольшую денежку все нюансы. Ну, мелочи там какие-то остались, да, по-моему, вмятинка небольшая вот с этой стороны. Да, так она, мне кажется, она даже так, без покраски мастера. Да, 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 скорее всего, ЛКП не повреждено. Мастера рукобуды выправят, думаю, без покраски. Опять же, литые колесные диски, это тоже приветствуется у нас в наших кругах. Какого года они? 18-го года колеса. Машина 12-го, колеса 18-го. Здесь у нас классическая семиместная компоновочка. Если заглушек нет по практике, они всегда где-нибудь в багажнике, в бардачке лежат. Вот. Сиденья сложены, как в Land Cruiser сотом. Салон огромный, 7 мест, поэтому и бестселлер. 1,5 литра. Я вот на хоккей собираюсь, а Валерий говорит, были мысли, но что-то это, дела туда-сюда. Сейчас, как обычно, море, крабы, снеговая, шины, да? Я больше по футболу. А, ну я хотел на футбол все сходить, но что-то все никак не сходил. И вот надо летом будет сходить. Здесь тоже игры проходят. Вот, Динамо, кажется, здесь называется. Да, вот мне как раз играл Владивостокский Ротор с Динамо. Ага. Что-то мне кажется, не вышло Владивостокский Ротор Динамо. Ну, посмотрим. Ошибаться. Хотя бы атмосферу ощутить, вот эту, болельщики, там вот эти кричат все. Ну, здесь надо куда-нибудь на такие, на фанат, где фанатов много, на центральные стадионы. Ну, сегодня на Фетисов Арену, я думаю, съезжу, посмотрю, как там. Вот. Но там девчонки с группы поддержки скачут. Там скачут, да, нормально они, хорошо у них получается. А здесь вот подкапоточка под систему К0М0 подходит. Все, вот. Все в идеале? Да, Валерий вот спрашивает, антифриз. Я говорю, налета нет ржавчины. Скорее всего, значит, антифриз на минус 20. Вот Роман не подготовился. Толщик у него есть, фрактометра нет. Вот сразу проверил бы клиенту плотность. Ну да, кстати, да, блин, надо. Как называется этот спиртометр? Рефрактометр. Рефрактометр надо будет брать. Подписчики, короче. Подписчики, отправьте огромный рефрактометр. Да я думаю, сам справлюсь. Просто ну, в принципе, где-то рубасик стоит примерно. Ну на них вот на фридах самые вот эти первые болты тоже смотришь. Вот если здесь налета нет, они первыми почему-то это начинают. У меня был Хантай с таким, ну этот, у меня волна была с таким мотором, с пятнашкой. Ага. Рывой. Блин, он неубиваемый вообще. Я его и грел, я ему и поддон пробивал. Нифига себе, вот у Фрида хорошие это будут приключения, это через всю Россию. И поддон. Не, боже, я конечно бывал. А что, тогда можно и не менять эту же охлаждайку, не доливать концентрата. Что, сразу вот, сразу воздушное сделать. Сразу газ в палас и все, и там будь что будет, как я обычно делал. Да, газ в палас только в Владивостоке говорят, больше нет. Я там у себя сказал газ в палас, он, да что говорит такое? А, у вас паласов нет, вы не в курсе. В коврик, до полика называется. Ну, везде же просто резина, ну может быть эва. Ага.
На японках же только паласы. А я как-то на трассе, вот и я коснулся, это 10 лет назад это примерно. Да? Еду, у меня раз все загорело, все заолело, все закипело. А вроде было как бы все нормально. Я такой вышел, смотрел, курил, думаю, что случилось, машина новая. Тоже только 0-0, все, ага. Что ей не хватило. А потом в итоге заехал в гараж, намотался, оказалось, что вата у меня в радиаторе это залита, красная. Шуба, да? Шубой, да. В шубу превращается. Ну, и машина заведенная всегда была или на ночь поставили? Я ехал в подъем. Прям на ходу? На ходу, да. Ё-моё. Ну, термостаты закрыты, разве? А морду не заклеивали? Нет. Ну, желательно на кейкарах, особенно морду зимой заклеивать. Это чисто, чтобы согреть, так сказать, автомобильчик. Ну, а на Воксе гибрид я почему менял-то? Потому что там гибридная система, отдельный контур. И там на ходу даже замерзнуть легко может. Даже если морду укутаешь, поэтому... Ну, перебдил. Я обычно даже там по Сибири гонял, по Чернышевску, там, по Могочелю. Я никогда не заклеивал, потому что он всегда по малому кругу гоняет, и тебе тепло. Ага. Ну, так, у меня такая была практика. Ну, да, главное, я чтобы... Я на картонке не пользовался вообще почти. Главное, чтобы тепло было, да, я тоже считаю. А если сейчас ночевать я буду, у меня уже, типа, будет бомж-тур. Ну, блин, вот если честно, Фрид, всем хорошая машина, но ночевать... Ночевать у нее нет. Ночевать не очень удобно здесь, конечно. Так в Кейкаре намного удобнее было бы. Ну там сейчас по краю Забайкалья, это крещенские морозы будут, я не знаю, как там сейчас, там бывает ого-го. Ну, я да. Там как-то ездил, минус 54 у меня было за бортом. Ну, я на тормоз лежал, он обратно не вернулся. Захочется в прорубь нырять на крещенские морозы. Я как-то это... Все к этому как-то иду, но как-то я подойду к проруби, да ну ее лесом. Ну особенно в минус 54, да, в Могоче. Там сурово. На салончику у нас получается руль пупырчатый. Здесь у нас бесключевой доступ, две электродвери, электрозеркала. Машина до 180 разгоняется. Мафон Kenwood. Микрофон уже какой-то есть. Да, микрофон, но это к Kenwood, видимо, подключен. Bluetooth можно будет подключить там, если. Название магнитолы в Ютубе просто ведете и там. Просто этот Kenwood, даже здесь в этой присутствует. Типа очень хороший магнитолок, даже здесь правильно написано Kenwood. В аукционнике, да, даже да, написано? Про него написано, да, что он там есть. Ага, ну значит, да, ценить надо его, беречь, сейчас так сказать. Сейчас я его продам за недорого. Или на Авито, да, его. Ну да, тоже вот когда нету флешку надо покупать. 2-2,5 флешка стоят, которых-то нет-нет-то постоянно. И дилемма встает. Самый дешевый Android, который не как штатный, но обычный, маленький, стоит 3,5 что ли на Китай-городе, а флешка 2,5 типа. И дилемма, да, может уже лучше и Android ставить, да, за 3,5. Ну да, ты, считай, к Android подключил ОБД-шку, то уже свою реальную температуру видишь. Не сколько там у тебя, ага. Например, там, горячий-холодный. Тут даже и нету этого, тут красная только синяя лампочка. Также датчики давления колес подцепил, он тоже дорогой показывает давление. Это вообще полностью контролируешь. Ну, а да. Когда на сцепке едешь, это вообще, ну то есть я же как на сцепке гонял, я на заднюю машину начал датчики одевать. Ну там отдельная пикалка у меня была. Вот, но ни разу не сработало. Ну а так, да, реально хорошая идея. Еще можно, там же можно как к смартфону. YouTube, лайки ставить, комментарии. Кстати, тоже. Лосевичи, да. Да, Лосевичи им ставить. Такие. Ого, это новые дают? Не, это новые, там я вожу. Нифига себе. Это новая купюра, да, где взяли? Да, нет, это моя. Не моя. А где взяли такую? Можно либо а? Да, конечно. Нифига себе. В банкомате выдали или где взяли? Нет, там у нее. По блату? Да, вот, да. Продайте за 200. Ну а где-то она рублей с 300, наверное, в любом магазине все продается. Продают. Но если у меня старая купюра, 500 рублей. С корабликом. Найдете такую купюру с корабликом? А я не замечал даже, что ни разу. Не найдете такую купюру вообще, не в жизнь, блин. Нифига себе. Теперь на всю жизнь будете на кораблике заглядываться. Коты вон нахохлились. Че ругаемся, а? Ну пробуем. Ездить. Коты нахохлились. Ребята, че сидите, греетесь, да? О, тепло. Выпросили. Ксенон, да, у нас здесь? Я слушаю, даже еще не взлетал. В глазки-то не смотрел я. Да, фары прозрачные, офигенные. Че тогда, счастливого пути, Валерий. Да. Пишите, если что. Пишите, звоните, фотки отправляйте. Да, фотки обязательно. Так, закрываем, а то будет.
А я, знаете, что помню, в Москве на хоккей, когда ходил на стадион ВТБ-арена, там Динамо базировалась команда. Блин, вообще такая атмосфера. Ну там прям в центре города стадион, и по всем забегаловкам там какие-то рюбочные, пельменные, чебуречные. Заходишь, там просто все в шарфах, там все там такие, ну видно, мужики болеют уже, наверное, на всю жизнь свою за команду. Все разговоры только о хоккее. Тут, конечно, такого нету. Тут, ребята, вот смотрите, шоссе вдали от города, примерно как, ну, ближе, чем до аэропорта, конечно. Ну, короче, прям по шоссе, по трассе ехать 25 минут надо, чтобы сюда попасть. Конечно, такой ламповости нет, но свои плюсы, свои минусы, как говорится. Слушайте, ребята, контента не только я один здесь записываю, а? Вы посмотрите. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать во Владивосток. На Дальнем Востоке сегодня открывается игровой день в континентальной хоккейной лиге. 6 матчей в программе, одна встреча уже стартовала в Хабаровске. Там идет середина первого периода, но наш матч начнется примерно через 10 минут. Адмирал принимает Сибирь, команда встречается между собой в третий раз. Перехватывает шайбу, убегает от Ибатуллина и забивает. Ну вот он, пожалуй, главный герой этой встречи. Артем Михеев дубль оформляет. Раздосадован Тамбиев. Вот он был шанс для его команды сравнять счет. Но пропускает Адмирал не только в меньшинстве сегодня, но и в большинстве. Спасибо за поддержку. Вы лучшие! Команда проиграла, люди расходятся не очень счастливые, но поорали нормально все. У нас, значит, проект «Голубика» продолжает свое шествие по стране, значит, из Японии во Владивосток. Вот приехал Сергей. Сейчас будем машинку эту. Сколько она уже? 2 недели здесь стоит или 3, да? 19 декабря, наверное. Ну, давненько стоит, значит, уже пылью покрылась. Сейчас будем, значит, оживлять. И дальше машинка поедет в город Саратов, да? Да. А, чё, сколько стоит будет? Может сразу ее это презентовать? Ну, посмотрим, где это будет. Еще, ты как, пониже рынка или... Ну, по-любому понизу. Понизу рынка в Саратове вот такой офигенный автомобиль будет с климат-контролем. Запасочка на месте, конечно, все. О, парктроники ругаются, что ходим тут.
Погода у нас аномально теплая. Вот человек практически с юга приехал, у них там холоднее. Сергей, ну что, какая культурная программа какая-то подразумевается вообще в путешествии в этом? Нет, просто дорога. Нет? Просто путешествовать, да. Смотреть направо-налево. Вот недавно тут в театре побывал, Горького, что ли, самый старинный театр Владивостока. Вообще прям понравилось, советую. Если вечерок скоротать захочешь, прям милое дело. Ребят, всем огромное спасибо, кто досматривает видосы до конца. Это прям меня вдвойне радует. Не забывайте, что я вас сейчас жду где? Правильно, в комментариях заходите, оставляйте свое мнение. Не забывайте также поставить лайкосик. Лайчинский всегда должен быть на месте. Ну и уже по старой доброй традиции хочу сказать всем до новых скорых встреч на этом канале Роман Гоу. Всем огромной удачи и пока!